Всем привет! Сегодня у нас 23 сентября. Выдался неплохой денек для того, чтобы съездить в горы. Доехали, в общем, до деревни Куюз. Заехали за нее, доехали до водопада. Сейчас я вам покажу видео, какой это водопад, что из себя представляет. Все его каскады, верхний, средний и нижний. И еще один такой маленький прикол. Вам, наверное, плохо видно, но вон там вот, здесь вот, идет уже снег. Вот, видите, такое белое пятнышко. Прикольно наблюдать, когда у тебя здесь плюс 5 градусов, а вот там вверху на горе, видимо, холодно, и вот там идет снег. Такое, на самом деле, прикольное зрелище. Thank you.